теперь меня занесло так далеко, что мне кажется, меня вообще невозможно найти. Я не знаю, чем это пахнет. Что вы там нашли? Что это такое в лесу? За большая фигня белая, как будто замутано в нее что-то. Оно воняет. Мне кажется, там кровь. А мамочки, капец тут. А вдруг это труп человека расчлененный? Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои питомцы. И сегодня мы с ними отправимся на прогулку в лес за грибами, да? За грибами. И я хочу устроить им кое-какой челлендж. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Обязательно уведомления нажимайте, а то в последнее время все жалуются, что с YouTube что-то не так, уведомления не приходят, ну короче. И ставьте нам лайк, чтобы... Сколько раз я говорила не надевать черное на съемки с собаками. Короче, ставьте нам лайк, если хотите, чтобы ролики выходили чаще. И пишите свои комментарии, потому что я их читаю, ставлю на них сердечки. Кстати, по поводу прогулок, секунду. По-моему, осень уже слишком близко. Фу, залетел, иди сюда. Поэтому нам явно пора утепляться, чтобы не опоздать. Ну, мы-то с вами люди, понятно, как-нибудь разберемся. А вот главное, не забыть про наших пушистиков, чтобы они тоже были модненькие, красивые, не мокли и не мерзли. Мы же не в Москве сейчас живем, и я, как обычно, заказала одежду на сайте 4 лапы. Привезли, как всегда, очень быстро. Доставка, кстати, у них бесплатная. А еще очень круто то, что есть примерка. То есть, если не подошло, можно просто вернуть. Мне лично нравится, что у них нереально большой выбор. То есть, для любого питомца можно что-нибудь модненькое найти. В общем, я долго-долго выбирала и все заказала. Мы сейчас примерим и все вам покажем. Вот такая классная кожаная курточка. Авиатор с воротником для нашего брутального парня Эйвона. Розовый такой няшный милый комбинезончик. Кстати, плюшевый и очень мягкий внутри для Софишки. Такой классный и модный серебряный комбез с капюшоном для покемона. Очень, кстати, теплый и тоже изнутри прям уютненький. И Мишаньке вот такая вот стильная курточка. Она у нас меньше всех мерзнет, потому что самая пушистая. А вот, например, дождевичок потоньше на мокрую, но не очень холодную погодку. Такой типа хаки. Про киску Алиску я тоже не забыла, заказала ей два свитерочка. Один такой цветной, яркий, полосатенький. А второй, смотрите, желтый, с матрешкой, Russian Barbie. Прикольный такой. Короче, ссылку на 4 лапы, где все покупала, оставлю внизу под видео. И вы тоже не забудьте своих питомцев к осени утеплить. Пошлите скорее, Эйвон впереди всех, как всегда, девочки за ним. И где Миша? Ну, понятно, Миша. Давай, Мишаня, давай скорее, Миша, не отвлекайся, идем. Мы направляемся в тот самый лес, который находится за нашими задними воротами. Кто из этих ребят у нас собака-спасатель из трех попыток найдет меня хотя бы один раз, а? Ну, погнали? Смотрите, как Эйвон уже хочет гулять. И каждый раз, когда я открываю калитку или ворота, они очень хотят пойти со мной. Ладно, погнали, ребят, давайте, выходите. Миш, давай. Ну вот мне интересно, что если я закрою ворота и буду ждать их здесь? Они пойдут дальше или они все-таки вернутся за мной? Сейчас посмотрю под воротами. Блин. Они уже, по-моему, ушли. Отлично, то есть ждать меня никто не собирался и уж тем более возвращаться за мной. Так, Софи с Юми чуть пробираются за мной. Отлично, хорошая тренировочка для всех. Вот я вижу Эйвон пробирается сквозь траву, как заяц, а Мишу... Мишу я не вижу. Миша решила посидеть просто тут, вот тут, да. Да. Короче, несмотря на все наши тренировки с Мишанькой, несмотря на то, что мы постоянно с ней занимаемся, все-таки ее прошлое дает о себе знать, и она, конечно же, намного тормознутее, чем остальные. И поэтому вот с такими проблемами мы сталкиваемся, и я боюсь, что если мы сейчас пойдем в лес, как бы мы Мишу не потеряли. Хотя бывают у нее моменты просветления, она такая со всеми вместе везде ходит. А бывают моменты, периоды, когда она просто начинает тупить жестко. И я не знаю, что в эти моменты с ней делать. Что-то я давно не была в этом нашем лесу, и кажется, проход туда весь зарос. Но они продираются сквозь высокую траву, и Мичу пытается прыгать. Софиша застряла, давай скорей. Ай, молодец. Миша там подтупливает в конце, сегодня у нее точно что-то прям вообще. Будешь грибы искать? А меня будешь искать? За одной собакой, конечно, уследить проще, за четырьмя намного сложнее, но в любом случае вот эта часть леса, она вся заканчивается с той стороны это поле, с той стороны это дорога, то есть я думаю, что никто не заблудится. Молодец, Мишка.
Да, молодец. И Софиша молодец. Смотрите, какой я углядела грибан огромный. Ага, да, Софи, большой гриб, да? Короче, мне помогают только Мишка и Софи собирать грибы. Вот еще один огромный гриб. Давайте вы будете считать, сколько грибов мы нашли. Вот еще один, третий грибок. Кстати, вы представляете, что эти грибы растут у нас прямо вот практически за забором. То есть выходишь в этот лизок, собираешь грибочки, лизок. А потом вечером жаришь их на сковородочке с картошечкой, свежак, прям настоящий. Это тебе не магазинские вешенки и шампиньоны, ага. У нас еще здесь, в этом леске, растут и опасные грибы, такие как мухоморы самые настоящие. Их здесь не так уж и мало. Смотрите, сколько здесь их. Вон еще один вот там вот. А вы умеете различать грибы ядовитые от неядовитых? И вот когда, если вдруг в лесу вы гуляете где-то с собакой, ни в коем случае не разрешайте ей никакой есть гриб. Это может быть небезопасно. Мы нашли еще один грибок с ребятами, смотрите. Да дайте же я покажу-то, господи. Макимон, такой куриный пирог. Юми, ты встала на гриб своей лапой и сломала. Да что ж такое-то? Ну посмотрите, испортила. Юми! Вот, пожалуйста. Еще один грибочек. Какой по счету уже? Так, смотрите, пока все четверо на месте. Вот он и Васик. Можно начинать наш челлендж «Найди Аню». И бросаюсь убегать! Аккуратно, и главное, веткой себе в глаз не попасть. Я спряталась за кустом, и вряд ли меня здесь найдут. Я думаю, что они меня еще долго будут искать, нас засечь время. В смысле? Как вы здесь оказались? Что это значит? Вы что, меня уже так быстро нашли? Я даже не услышала, как вы подбираетесь. Юми пытается пролезть через пол. Не, ну надо же, а? Ну посмотрите вот на это. Вот почему она все время лазит по деревьям? А я не могу. Покемон, ну давай уж до конца тогда. Давай. Вот, молодец. Блин. Юмичу, бедняга, упала с дерева, и у нее на голове листья. Кажется, Софи там опять застряла, как всегда, в траве. Сложно им, конечно, продираться. Эйвен, ты, надеюсь, за Мишей сходила, а? А покемон уже на дереве. Давай, иди сюда. Вот, молодец, давай, скорее. Давай. Вот, молодец. Покемон, давай, не тупи. Ты умеешь? Ай, молодец. Сразу такая, вкусняшку дай за это. Так, почему-то у меня есть предчувствие, ребят, что Миша там же, где мы ее оставили. Где я начала от них убегать и прятаться. Ты почти до меня дошла. Да, Эйван, бросил свою жену здесь. А? Что ж, пока все отвлеклись, я примерно держу всех в поле зрения. Мы уходим с вами опять. Теперь меня занесло так далеко, что мне кажется, меня вообще невозможно найти. Фух, сижу уже где-то минуту, пока что меня никто не нашел. Начинаю беспокоиться. Какой нюх моих собак? Возможно, способны ли они по моим следам меня обнаружить, или они просто решат пойти домой? Молодец, Ивась, ты молодец. Я так и знала почему-то, что ты меня самым первым найдешь. Ты такой бегун-скакун. А вот по твоим следам я уже вижу, приперлись и Софи с Юмичу. Кстати, вот пока я пряталась за деревом, такой странный запах, если честно. Прям вот как будто, я не знаю, чем это пахнет. Что вы там нашли? Что это? Что это такое в лесу? За большая фигня белая, как будто замутано в нее что-то. Что это такое, ребят? Да, вот здесь запах еще сильнее. Тут воняет. Эйван, отойди! Юмичу, отойди! Отойдите от этого! Отойдите быстро! Что это такое? Оно воняет. Юми, отойди, не трогай! Мне кажется, там кровь. Отойди, Юми! Софи, не подходи! Мама! Что это? Софи, не подходи! Софи, стой! Софи, не подходи! Что это такое? В лесу! Юми, не подходи! Юми, уйди от этого! Собаки находят в месте, где очень чем-то воняет, мешок с мясом. Да блин, охренеть! Это, короче, мешок с чем-то, с мясом с каким-то. Кто-то в них уже проделал дырки, видимо, какие-то животные или, я не знаю... Это реально несколько пакетов с мясом.
А, мамочки, капец, тут так воняет. Это жесть. А вдруг это труп человека расчлененный? Короче, я не знаю, я не буду это трогать, прикасаться к этому. Но мы, наверное, сейчас сообщим кому-нибудь. Надо, короче, у всех соседей, у местных узнать, что это может быть за мешок этот жуткий. Ребят, где Миша? Блин! Мне стало сейчас так плохо, что я уже просто не готова играть ни в какие прятки. Меня чуть не вырвало просто. Дело в том, что в нашем районе не живет никого из всех, кого я знаю, кто мог бы это сотворить. То есть выбросить мешок мяса, вот он там лежит, огромный, с кучей мяса, с кусков какого-то мяса. Блин, у меня слова просто потерялись. В лес. Это очень странно. Крайне странно. Пока мы там, блин, с этим мешком возились, я не заметила, как время пролетело. Плюс я же ждала еще их какое-то время. Давайте, пойдемте скорее Мишу искать. Я себя сейчас ужасно виню за то, что я тупица, просто наитупейшее создание. Это капец, что... О, Господи. Спасибо большое. Миша просто сегодня тупит, и она осталась на том же самом месте. Миша, я люблю тебя. Ты мой заяц. Как он сюда пришел? Объясните мне. Ты что, бросил свою жену здесь, а? Засранец мелкий. Я оттуда вот это все обошла и пришла отсюда, а Эйвен пришел отсюда как-то. Я тебя люблю. Молодец, Ивась. Чего ж ты раньше меня к Мише-то не повел, а? Надо просто подождать, и они точно придут. Ну вот. Как я и сказала, Юмичу, лайфхак. Сиди и жди, твои собаки сами тебя найдут. Все, кроме Миши. Вот она, наша зайка, она нас нашла. Зайка машет хвостиком там своим беленьким. Хорошо, что они в яркой одежде, и их в лесу заметно. Да уж, особенно Мишку в желтом. Я взяла ее на руки на всякий случай. Пойдемте обратно, пока кто-нибудь еще не потерялся. А, блин, капец. Посмотрите на этого маленького героя, который привел нас домой. Да, ты привел нас домой, Вась, ты молодец. Ты просто супергерой. Да, Юмичу тоже хочет вкусняшку. Когда собака не отказывается от лакомства, значит, у нее нет стресса, все хорошо. Ну что ты, наш медвежоночек? Да, вышла таки из леса. Эта крайне странная прогулка подошла к концу. Переходите по ссылкам на другие каналы, смотрите там новые видео. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии.